С 4 августа в Ярославле вырастет цена на проездные в общественном транспорте. Правда, незначительно. Одна поездка по месячному проездному либо рабочего дня на автобусе будет стоить пассажиру не больше 14 рублей. Я напомню, что с 1 августа обычный билет на поездку в автобусе, троллейбусе и трамвае обойдется теперь в 18 рублей. Новые цены на проездные в мэрии установили с учетом количества фактических поездок на пассажира. Расчеты показывают, что ехать по городу с проездным по-прежнему гораздо выгоднее, чем покупать билет на разовую поездку в общественном транспорте и маршрутном такси. Например, проездной билет на трамвай и троллейбус обычный там повысится на 32 рубля всего. Рабочего дня повысится примерно на 50 рублей. То есть это очень небольшой рост. А проездной билет на трамвай и троллейбус, например, для школьников, студентов, он даже снизится на 9 рублей, станет дешевле. То есть мы тем самым стараемся, чтобы жители города приобретали проездные билеты и пользовались общественным транспортом, социальным.